Сольный трек Кери Кингича, вокал Марк Осегуда, гитары Кери Кинг и Фил Демель, машинхед, ударный Пол Бостов, Slayer Testament. Кстати, знак только... А как определить гитара, где как бы какая? Да, здесь записана гитара более-менее. Но я думаю, что это как бы или другой чувак, или просто на нарезанных кусочках. То есть она немножко торопится, но прям полного говна нету. Тут не попали. Да, ну это материал тоже просто шум, но это намного качественнее, чем Slayer. То есть вокал посерьезнее, записано посерьезнее. Поэтому, так как, ну, мне кажется, после этого трека, хотя бы, если кто любит Slayer, должен все, что было от Slayer, стереть, а хотя бы только один этот трек слушать. То есть, если уж хочешь Slayer, то хотя бы вот это. Это хоть немного, немного получше.